Сегодня ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Турецкий чемпионат на ваших экранах, Суперлига Спорт Тото. Классный матч мы сегодня увидим, Константин. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Особенно приятно наблюдать, что на стадион люди приходят в большом количестве. Футболистам, конечно, такая поддержка всегда на руку. Ведь игра-то для зрителей, да? И наш матч начинается. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет вбрасывать. Хасан Алик Калдырым. Можно мяч в штрафную навесить. Отличный удар. Надежно играет вратарь. И вот место подачи розыгрыш угловой. И это опасно может быть. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Куда? И вновь говорим мы вам привет с футбола. Сегодня ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Турецкий чемпионат на ваших экранах, Суперлига Спорт Тото. Классный матч мы сегодня увидим, Константин. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота.